Готельно-ресторанний бізнес в Україні має вже свій рівень, отож будемо дізнаватися, яким він є на сьогодні. І до нашої студії ми запросили чудову жінку, яка має і рекорди, і яка знає точно, що потрібно бути в готелях та в ресторанах. Отож, Олена Булах, президентка громадської організації Асоціація рестораторів та готельєрів у місті Дніпро, власниця кейтерінгової компанії, гастрономічної школи, регіональна представниця Національного реєстру рекордів України, акредитована спеціалістка системи ХАСП. І, звичайно ж, не сказати про те, що ви нагороджені орденом Берегиня України, нагородою Гордість України, то це, мабуть, було б неправильно, тому ми, звичайно, про це скажемо. Все це є, усі ці нагороди. Пані Олено, я не знаю, як вам вдається все це робити одразу. І стільки всього, але ви все це зробили. Раді вас бачити у нашій студії. Отож, так, пані Олено, окрім того всього, ви ще можете дати рекомендації і подивитися, що ж насправді, що ж зараз. Отож, готелі та ресторани у нашому місті, в Україні в цілому. Розкажіть, на якому рівні та що би ви взагалі сказали про це? Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что последнее время отели и рестораны вот и в Днепре, и по Украине в целом, они имеют уже, повышают каждым днем все выше и выше планочку, и это радует, потому что даже сегодня у нас были очень интересные встречи там с турецкими коллегами, которые приехали аккредитовывать и представлять свой, допустим, пятизвездочный отель, и они тоже озвучивают, что последнее время они все чаще и чаще начали обращаться в сторону Украины именно за профессиональными кадрами. А это радует, потому что я понимаю, с одной стороны, конечно, не очень хорошо, когда мы воспитываем кадры для других стран, но вместе с тем для меня это такой, знаете, своеобразный пунктик о том, что все-таки наши люди ценятся и им готовы платить. Причем это же не просто там низкопрофильный, будем говорить, какой-то сервис, а это все-таки пятизвездочные отели. Но я вам хочу сказать, что вообще в целом по миру очень, конечно, в Европе очень сложная ситуация с персоналом. Это ощущает не только наша сфера, это ощущает практически, будем говорить, в целом, наверное, все сферы. Но мы, как сфера обслуживания, стоим вот на пике, мы всегда ощущаем, насколько у нас идет в сервис в ногу. Да? Если у нас очень много заведений, рестораны, отели открываются в красивой там, тематической сфере, с красивым интерьером, все-таки нам есть еще над чем работать в формате сервиса. Опять-таки, понимаете, не хорошо, неплохо, радует то, что люди, наши дети, будем говорить, наши те, кто работает, они готовы учиться, они все больше и больше все-таки обращают свое внимание, получив здесь какое-то базовое образование, на европейские институты, которые дают возможность повышения квалификации. Они ради этого готовы изучать языки, допустим, и два, и три языка, для того, чтобы все-таки получить то, что им необходимо. А вот чего немає у нас такого, чтобы они могли комплекс отримати? І не просто залишити освіту на початковому етапі, а повністю усе зробити для того, щоб приклад був приклад для інших країн. От як ви сказали, з Туреччиною, наприклад. Ви знаєте, ми працюємо над цим, не все швидко так строїться, не все швидко воздвигається, розумієте? Історично, все складається історично. Ну, будемо говорити, відносительно, ми все-таки молоде государство, да? Там 30 років – це момент такий, коли дійсно можно подбивать какие-то итоги, но для создания сервиса, для создания какой-то вот школы, будем говорить, ну, должно пройти время. У нас, допустим, есть очень много учебных заведений профильных, которые обучают хороших поваров, которые обучают хороших официантов, хороших барменов, менеджеров. Но вместе с тем, знаете, мы сталкиваемся с тем, что работающие предприятия не очень хотят, допустим, брать молодое поколение на работу, потому что им же надо все равно уделять внимание. Надо их до конца обучать именно практике. То есть не особо хотят особо именно возиться. Поэтому вот мы сейчас, вот как общественная организация, у меня и стоит задача основная на ближайшие там, несколько лет именно создать вот хотя бы платформу вот этого вот определенного института, которая даст возможность всем желающим, кто хочет работать именно в этой сфере индустрии, отельные, рестораны, туристический бизнес здесь еще немножечко задействован, дать вот эту вот платформу для того, чтобы можно было обучаться. Понимаете, еще беда в том, что у нас бывает так, что мы выучили кадры,
Они уехали. Звичайно, да, і от, да, і от этот вот момент очень важен, потому что, знаете, не совсем мы можем, я, допустим, в своих силах, ну, я не могу, допустим, заставить того же самого работодателя. Так, его ж, право, его вовлечь не треба, надо. Не треба его заставлять, треба да, дать им можливість. Дать возможность, совершенно верно, потому что они съездили за границу, они понимают уже свой чек заработной платы, возвращаются сюда, а мы, допустим, наши рестораторы, ательеры не всегда могут дать тот чек, который необходимо. Плюс, ну, давайте не будем кривить душой, у нас, допустим, бывают такие молодые люди, которые съездили за границу, там образно жарят пирожки, но возвращаются назад и чувствуют себя уже великими там поварами. Такие тоже моменты бывают. Ну, это как перегиб такой, ну, да, своеобразный. То есть это же жизнь. Нюансы, да, это кажется, же жизнь. Так. Но по факту я вам хочу сказать, что вот моя основная задача, вот сейчас вот мы сидим, ломаем голову над тем, чтобы сюда привлекать известных шеф-поваров, известных ательеров, чтобы они здесь получали вот эту базу образования. Чи будет це запитано, пані Олено? Будет, Може український середньостатистичний громадянин відвідувати такі заклади такого високого рівня? Ви знаєте, ну здесь вот все связано с тем, что вот те же самые европейские коллеги, да, они готовы нас поддержать в этом формате, потому что, допустим, пригласить знаменитого шеф-повара какого-нибудь, да, сюда, чтобы он дал мастер-класс, ну, обычно это как бы всегда достаточно дорого. Но мы к этому моменту там привлекаем меценатов, неравнодушных людей, то есть и говорим определенный формат, что это обучение все-таки будущих работников. Ну, поэтому так, есть тут, ситуация. Тут, справді, тут може бути, це все спрацює дійсно. Да. А я маю на увазі в широкому розумінні. А, чи можуть люди ходити, відвідувати? Чи це буде користуватися таким серйозним попитом? Тобто, щоб не були наполовину заповнені готелі, щоб ресторани також мали попит, і щоб відвідування було досить таки непоганим. Отак, як ми можемо брати за приклад інші там європейські, наприклад, країни, так, де ми бачимо, що люди мають можливість, тобто вони спокійно ходять в ресторани і немає такого, що це тільки на свято, чи це якийсь особливий день. Це норма життя вже. Звісно, що дивляться там, який рівень кому підходить, але все одно він вищий, він набагато кращий і сервісне обслуговування інше. Ну вот мы как раз и говорим о том, что при том порядке, допустим, ценовой политики все-таки поднять уровень обслуживания. Вот это вот очень важно. У меня сегодня утро началось с чашечки кофе с представителем «Аля Франце» у нас в Днепре. И он сказал: вы знаете, мне так нравится у вас кухня в Украине, но сервис у вас страдает. У вас, говорит, допустим, принести чашку кофе и пирожное, надо сходить два раза. Во Франции так не делают. Во Франции он одновременно на подносе принесет вам и кофе, и пирожное. То есть вот эти вот моменты, я же говорю, то есть в принципе так. При том же самом понимании, допустим, там ценовой политики, просто надо поменять немножечко модель. Вот это вот основная задача. Вы знаете, пані Олено, от справді, я теж як такий споживач, як то кажуть, так, можу з свого боку ще сказати, що хочеться мати сервіс, тому що до себе хочеш нормальної поведінки, так, хочеш, щоб і обслуговування, і все решта було, щоб був ще смак у тих людей, які тобі пропонують. Тобто це не просто ти випив каву будь-яку, а ти хочеш повернутися і випити ще раз, і ти будеш повертатися, якщо тобі запропонують гідний варіант. От з цим як? Чи є конкуренція в Україні? Єсть. Коли ми говоримо, коли я читаю от лекції своїм студентам, я їм всім завжди говорю, що продає сфера обслуговування. Ми продаємо емоцію. В первую очередь емоцію. От ми говоримо про те, що от чому зараз вопрос поднимается престижа профессии и так далее. Вот я общаюсь с молодежью, для них это просто момент быстрых денег. Сегодня вышел на работу, там, либо там, в течение там, месяца заработал каких-то денег и пошел дальше. Они не видят в этом зерно, да, что это действительно, этим можно жить, что это как бы престижно. А взять те же самые европейские страны, ну, далеко ходить не надо, та же самая Польша. Да? Девочка стоит, работает в небольшой кофейне, но она любит это дело. То есть вот моя основная задача все-таки как-то хотя бы там на какой-то период времени, хотя бы там, где я только смогу, все-таки вот эту ситуацию немножечко побороть и внести ситуацию, чтобы люди, чтобы дети, которые хотят там обслуживать, да, хотят там действительно, чтобы они видели сенс в этой профессии. До речі, пані Олено, хотіла якраз додати, що якраз немає, мабуть, у тієї контролюючої організації, де можна було би або поскаржитись, так, куди потрібно, або навпаки похвалити і отримати бонуси за це. Звісно, було б приємно тому офіціантові отримати трошки більше грошей, так, якусь премію чи
Знаете, раньше же было все-таки, были определенные категории, а сейчас этого просто нет. То есть вот как раз и мы находимся, вот сейчас будем говорить, вот вы задаете вопрос, почему, да? Ну, потому что все находится, мы брали какие-то стандарты, брали какие-то там технологию и так далее. Это у нас было еще то, что было придумано там еще при СССР, вносили какие-то изменения на свое видение. А сейчас уже время пришло действительно подводить и смотреть уже в сторону Европы, которая в течение очень многих лет работает над этим. Поэтому, именно ж поэтому вводится там система безопасности по ХАСПу, это же тоже делается не просто так. То есть все равно государство идет какими-то определенными шагами, и вот через общественные организации профильные мы как раз и пытаемся вот выработать эту систему. Я не исключу, что, может быть, и будет какой-то орган, который будет аккредитовывать, допустим, да, либо будет выдавать какие-то квалификационные определенные уровни, присваивать. Потому что раньше же у нас было так. У нас был там, были у нас заведения разных категорий, были у нас пекари разных категорий, повара, и в зависимости от этого была надбавка по зарплате. Так, звичайно. Вот, да, вот, возможно, це все повинно бути, да, а возможно, мы, не буде сенсу вчитися, возможно, мы к этому и придем. Да. Пані Олено, ну і так, ще хотіла запитати, от хто акредитує заклад на зірки, наприклад, так? Тобто, яка, скільки зірок може бути у цього закладу, наскільки він високого рівня? Ну, не тільки зірки, взагалі, акредитація може бути різною, отож, чи є такий орган і як ми його зараз в Україні називаємо, і ось взагалі, як працює ця система? А ви знаєте, це у нас такий специфічний вопрос, тому що на сьогоднішній момент, от то, що касається мене отельного бізнесу, да, у нас є компанії, которые выставляют своеобразную аккредитацию. Вот это сервис, который должен пройти определенную сертификацию. Там очень сложный момент. На сегодняшний момент, опять-таки, в связи с подписанием вот этого определенного закона по моменту размещения горных заведений и так далее, да, этот пункт шагнул немножечко вперед, потому что начали смотреть, что такое две звезды, что такое три звезды, то есть что там четыре звезды в четырехзвездочных, что можно размещать, где можно размещать там мини-казино, где можно полноценное размещать. Но я вам хочу сказать, это очень-очень сложный процесс, потому что там очень много нюансов, начиная от площади номеров, заканчивая текстилем, который у вас будет применяться, наличием парковки, того же самого ресторана, насколько работает рум-сервис. То есть очень-очень много факторов. И когда к вам приезжает специалист, это своеобразная анкета, на которую надо ответить. Да, и уже они там смотрят, подходят или нет. Но, допустим, смотрите, для примера, вот цунами у нас в Днепре, да, у него 5 звезд, так, да, ну, 5 звезд, да, это высокий. А есть, допустим, заведение у нас, которое вот гостиница, которая у нас Украина, которая была, у нее было 4 звезды. А у гостиницы Астория 3 звезды. Все зависит еще от панорамного вида, понимаете, куда смотрят окна, это тоже очень важный момент. Что касается ресторанов, у нас именно вот такой вот, будем говорить, организации, которая бы выдавала сертификаты и статус, ты носишь название ресторана, ты не носишь. Такого сейчас у нас нет. Но я думаю, что оно будет, потому что, вы знаете, вот мы столкнулись, очень часто сталкиваемся, я всем привожу пример, то же самое салат «Цезарь», да, замечательно, то есть хотя по факту, я всегда опять-таки студентам говорю, а «Цезарь» это не салат, это соус на самом деле, если быть точнее, да, но мы во всех практически заведениях его подают, да, но подают везде по-разному. Знаете, Цезарь ведь Цезаря відрізняється дуже сильно. Вот, и мы говорим, что а то, опять-таки, в зависимости, вот понимаете, вот то, с чем столкнулись мы сейчас, общаясь с итальянцами, они говорят, вы знаете, к ним обратились, это ассоциация шеф-поваров Юга Италии, к ним обратились немцы, немецкая сторона, и говорит, пожалуйста, приедьте, аккредитуйте нам заведение, которое работает в формате итальянской кухни. Приехали известные шеф-повара, они проверили, начиная от сырьевого набора, заканчивая технологией. И во всяком случае, как вот мне озвучил президент этой ассоциации, 30 заведений, 30% заведений Германии, они просто-напросто сказали, либо вы поднимаете свой уровень и работаете с тем продуктовым набором, который действительно может отражать Италию, либо нет. А мы можем похвалиться таким? А, мы у нас еще такие, у нас таких еще нет. У нас таких вимог. А, и взагалі, заклад может сам сказать, у меня там три зірки, на жаль. Он может просто
просто себя назвать рестораном, знаете, назвать иногда, можно. Да, когда мы говорим, что особенно это вот возникает сейчас, когда у нас есть какие-то арт, какие-то, будем говорить, заведения, да, вот они делают, они сразу называют себя рестораном, хотя по факту, вот опять... Это кавьярня. Это кафе, либо, так, да, либо, допустим, ну, мы не берем сейчас с вами там категории булочная, там кафетерия, буфета, но очень многие там сразу моментально, допустим, там ресторан, ну, а под ресторан, извините, должен быть и уровень обслуживания, и соответствующая посуда, и та же самая парковка, и наличие определенного помещения. Совершенно верно. То есть определенные моменты. Я думаю, что со временем и этот момент приведут в соответствие, потому что вот я считаю, это мое личное мнение, ХАСП, это вот именно как раз начало вот приведения к определенной какой-то системе. Пані Олена, с приводу ось цього зрозуміло, тобто вся структура, яка є, але ж на сьогодні, і ми часто відвідуємо різні заклади, мешканці нашого міста хочуть, звичайно, люди побувати і в ресторанах, ну для чого вони повинні бути, так, щоб відвідувати такі заклади. І ми можемо бачити різне там, як подачу і страв, і як відношення офіціантів, і взагалі, як вас приймають, і гостинність, і все решта. Так от, чи є той орган, куди би ми могли поскаржитися, як відвідувачі? Ну, це тільки комітет по защиті прав потребителя, який зараз у нас виконує Держпромслужба. Тобто, це єдиний орган, куди ми можемо пожаловатися, якщо нам щось не понравилось. Ну, і зараз дуже тоже популярно, это все-таки момент соцсетей. Потому что, ну, я вам хочу сказать, что круче, чем соцсети, сейчас не работает ничего. То есть, по факту, если вы видите какое-то нарушение, и администрация не решает ваших моментов, моментально негативный отзыв в соцсети, он облетает и решается моментально. Поверьте, даже у меня было такое. Моментально, только я говорю, я сейчас напишу отзыв в соцсеть и начинаю снимать, моментально решаются вопросы. Моментально. Но, правда, никто не хочет... Не хочет. Это стоит гораздо потом урегулирование конфликтов в соцсетях, стоит очень больших денег, потому что вы представляете, что репутация, она зарабатывается годами, а здесь можно одним постом уничтожить все. Поэтому, в принципе, я же говорю, то есть, ну, это как такая таблетка. Ну, будем идти вперед. Дуже хочется, чтобы Украина, ну, наше місто, звичайно, це ж, як, знаете, косередок гарних закладів. И хочется, чтобы вони теж були належного рівня, щоб все у нас тут відбувалося так, як хотілося б відвідувачі. Так? А всім нам хочеться і уваги, і хочеться прийти відпочити, отримати задоволення, отримати емоцію, щоб вам посміхнулися, сказали комплімент, можливо, я не знаю, можливо, і не треба. Тут треба дивитися, як людина сприймає усе, про що йдеться, так, як вона буде реагувати. Тому... Здесь залежить ще від статусу заведення. Звичайно, да? Може, хтось не може собі дозволити. І не треба. Да, є заведення, які не можуть дозволити вам общение, даже знаєте, сейчас есть вот модное так. направление friends, когда вам действительно там могут там расшаркаться и сказать там улыбнуться и комплимент сказать, а есть заведения, которых статус не позволяет. И такого, не треба, да. так, вы знаете, куда вы идете и знаете, зачем вы повинні. То есть это как и дресс-код, знаете, вот меня, извините, вас перебью, то есть дресс-код тоже на сегодняшний момент наши люди хотя бы начали уже понимать, что там, ну, если ты идешь в фешенебельный ресторан, то тебе не надо идти в рваных джинсах и в кроссовках, ну, как минимум хотя бы надо переодеться. А если ты идешь в заведение демократического формата, тебя запросто пустят. То есть, ну, уже мы начали как-то, знаете, более или менее смотреть. Хочется больше мати можливостей и для нашего міста, и для Украины. Я вам дуже дякую, пані Олено, що ви сьогодні змогли нам розповісти, якими темпами ми наближаємося до країн, де вже все це пройшли, так, а ми йдемо. Але все одно йдемо, і идем, це дуже радує. Йдемо вперед. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось вже за декілька хвилин. Yeah.